Привет. Сегодня мы откроем открытку. Привет. Вы на канале? Алия and Toys. Алия and Toys. И сегодня Алия будет создавать открытку своими руками. А именно, мы будем из бисера с помощью клея создавать вот такую вот замечательную открытку. Покажи, Алия, какая у нас будет открытка? Для папы. Покажи. Вот такая будет открытка. Это вот такая машинка. А вот этот вот разноцветный бисер мы будем насыпать на клей. И у нас получится вот такой вот замечательный автомобиль. Получится? Угу. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть, доставай, Алия. Тяни, вот такая вот открытка. Да, открытка вот такая вот. А с обратной стороны, то, что ты считаешь, что запечатано, это вовсе не запечатано. Здесь будет вот такая вот подставочка. То есть, когда мы все сделаем, мы сможем эту открытку вот так вот поставить, эту замечательную картину уже получится, я думаю, да? Мы ее поставим, и она вот так будет стоять. Вот. И еще остался что? Там клей. Клей. Отлично. Ну все. Все распаковали. У нас с тобой есть образец. Он будет у нас вот здесь вот перед глазами. Так, с чего мы начнем? Какой цвет тебе хочется первым? Оранжевый цвет. Первый цвет Алия хочет сделать оранжевый. И оранжевый у нас вот эта вот деталь. Сейчас мы сюда нанесем клей. У нас готова чаша для таких целей. И ручками прямо насыпаем. Наруть не надо. Нарутик, даже если попадет, он туда не приклеится, потому что там нету клея. А конечно, надо черный. А это потом у нас будет. Когда у нас здесь клей схватится, мы уже приступим к следующему цвету. И тогда мы на другой участок нанесем клей и будем сыпать бисер. Вот здесь вот снизу, под ротиком. Еще немножко. Под ротиком. Не в ротик, а под ротиком. Вот здесь. Нужно бисера. Вот. Побольше сыпь, не бойся. Такие блестящие. Такие блестящие, да, бисеринки. Вот такие. Красивые? Да. Сегодня ты все сама блестящая. У тебя и футболочка блестящая, я смотрю, да? Угу. У тебя и бейсболка такая блестящая со звездами. Это уже остатки. Да. Ну что, Алия, как ты думаешь, высох у нас оранжевый цвет? Прилип он к клею? А давай попробуем, перевернем, посмотрим. Если он же отклеится, отклеится, нет, так возможно, что и прилип. Что-то мы долго не ждем. Давай, ты мне поможешь? Ты помогай мне. А мы с тобой аккуратненько сейчас перевернем. Лишнее, да? Лишнее пусть упадет к нам на тарелочку. Угу. О, как он сильно сыпется, смотри. Как он сыпется во все стороны, да? Да. Прикол, приколываешь. Прикол, приколываешь, да? А-а-а. Ты, ага, держи с той стороны, чтобы далеко не влетал наш бисер. У нас оранжевый цвет замечательно прилип. И теперь мы будем каким цветом разукрашивать нашу машинку? Красным.
красным. Красным цветом. Да, давай, собирай оранжевый цвет. И мы приступим к следующему цвету. Надо нанести. Нанести туда, куда положено, да? Да. Один участок, потом второй участок клея. И третий участок – это наша дверь. Дверь? Угу. Хорошо получается. Ну посмотри-ка, какая красотища получается. Да, пока рассмотрели. Вон что у нас там выходит. И на бампер. Вот. Вот. И вот. И вот. И вот. Кто быстрее? Кто быстрее? Вот. И подождем, пока высохнет наш синий цвет. Ну как, Илья? Высох у нас синий цвет? Да. Ну давай попробуем его высыпать. Высыпать, я тебе помогу. Ты мне помогай обязательно. Вот что у нас получилось. Отлично. Смотрели, какая прелесть. Ну что, каким цветом мы будем красить машинку следующим? И какой это цвет? Желтый. Крыша. Крыша. И капот, часть капота, да? И вот эти вот боковые штучки. Боковые штучки. Да? Боковые штучки. Боковые штучки. Осталось у нас всего два цвета, да? Какие цвета остались? Черный и зеленый. Черный и зеленый. А машинка-то какая веселая получается. Нарядная. Да? Отлично получается. Супер машина. Такая вот она веселая. Ой, бисер во все стороны. Круто. Ой-ой-ой, он не успеет приклеиться у нас, Алия. Так. Давай не будем сильную карусель так устраивать. Бисеревый дождь у нас везде сейчас, да? Ты зайчик. Ну что, высох у нас клей? Да! С желтым бисером? Да! Отлично! Я убрала бисер. Отлично! Получается у нас вот такая вот машинка. А у нас осталось это и это. Следующий цвет какой мы будем клеить? Черный? Да! Хорошо. Давай открою. Ну что, Алия, следующий цвет у нас будет... Черный! Черный. Ну что ж, давай высыпай цвет в свою миску.
Твоя задача сейчас, Алия, сереньким цветом украсить колеса. Колеса, да, и фары. Вот так. Теперь давай зеленый высыпем. Ты знаешь, как зеленый нам мы же можем высыпать только в том случае, когда уберем вот эти вот штучки. Да. Ну что? Высохло? Ну давай. Ух ты, высохло. Будем убирать бисер. Есть. Помогай мне. Вот мы серо-черный бисер убираем. Зеленый. А куда мы будем его клеить? Ты знаешь, Алия? Да. Покажи. Вот сюда и сюда. Нет, все вот на два места. Отлично. Высыпай. И сюда. Наклеиваем. Сейчас будем мы в эти места просто сыпать бисер зеленого цвета. Ух ты! Ну, красиво! Сейчас будет так. У тебя хорошо получается. И высыпать. Все. Оставляем сохнуть. А вот какая получилась у нас открытка, замечательная картинка из бисера. Разноцветным бисером мы украсили нашу машинку. И теперь она такая довольная, веселая и красочная. Да, Лия? Угу. Тебе нравится? Угу. Твое творение? Ну все? Отлично получилось. Мы с тобой справились, да? Что мы можем сказать ребятам? Пока! Пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Алия энд Тойс! Алия энд Тойс! Пока-пока! Пока-пока!